Чат, здорово. Сегодня мы продолжаем проходить Майнкрафт, и вы мне будете продолжать мешать играть в Майнкрафт, соответственно. Всем привет. Что происходит? Иди нахуй! Мы проходим с самого начала. Поехали. Что происходит? Так, я понял. Блять, пинок дали. О, лисики. Смотрите. Здорово. Надо съебывать. Как я сюда оказался, блять? Эндер крипера? Ох ты, ёпта. Ой-ой-ой. Решили одновременно криперов вызвать. Смотрите, какие криперы. Надо их убить. Потому что мне нужно деревню обследовать. А, они сами ушли. Ну ладно. Ой, спасибо за золотое яблоко, которое я не могу подобрать, потому что у меня... Блядь! Зачем ты вообще рейд отбил? Ты хуй знает. Блядь! А? Вот это твист! Вот это твист, вот это я понимаю. Заспавнили криперов, убили криперов. Спасибо, чат. Ну, для красоты вот так. Типа, why not? Блять! Я понял, не то его с этой немножко построили. Иди нахуй. А у меня... Да будь мне денег, сука. Блять, какой пиздец, вы что? Да что мне делать? Снимай штаны и бегать. Спасибо, чат. Спасибо. Мой раньше любимый цвет был фиолетовый, потом он резко стал бирюзовый, и сейчас синий. Короче, оттенки синего мне нравятся больше всего. Честно, мне просто хочется сказать лишь одну букву. Ну как сказать? Ну или одно слово. Так, теперь я могу сказать это слово. Что это было? Какой пиздец, что случилось? Я даже не понял, что произошло. Так, ладно, чат, я думаю... На этом Майнкрафт можно закончить, я думаю. Бля, а может Роблокс? Знаешь, звучит как охуенная идея! До чего я докатился? Так, Роблокс. Блять, честно, я хочу выйти. Я не хочу в это играть. Престижи. Престиж в этом обе даст вам по одному драгоценному камню за каждый пройденный этап. Эти драгоценные камни можно потратить на множество вещей, таких как питомцы, дым... Тропы, огонь и искры. У меня сейчас глаза вытекут тоже, реально. Блин, как круто. Бля, ну и хуйня, пизда, я не хочу это играть. Это уже пиздец какой-то, нет уж, спасибо. Хьюстон, у нас проблемы, да. У меня проблемы, я не помню пароль от Роблокса гребаного, сука. Я не могу войти в него, блядь. О, все. Началось. Мы играем в хоррор. Там, короче, палка такая. А, блядь! Чё, еб... У меня выскочил скример. По-моему, нам пизда. Репортаж. Митя бежит от мусора. От полицейских. Ебать. О, иди нахуй! Ты! Пизда. О, выход, выход! Давай, беги! Блять, какая игра громкая, это пиздец! Что за хуйня? У меня 15 стоит, блять! Вы прикиньте, что было бы, если бы у меня сотка стояла? О боже, я помню, какой там следующий уровень, я помню. Какой?
С огромной печенькой бегающей. Помнишь, как пряник с Шрека? А. Вот да. Только в темноте у него глаза светятся в темноте. Это ты, Митя? О, он за тобой бежит. Я как этот, тем Масленников. Бля, я заебался. Опять пизда. Блять. О, ты умер, да? Да. Лампочка зеленый. Че делаем? А, ебать. Пизда. О, как он быстрый! Ебать, он быстрый, Митя! Охуеть, а что такое было? Он под конец разогнался, жесть. Всем спасибо, что пришли, посидели, пообщались, было круто. Не ожидал, что я так долго буду стримить на самом деле, но было очень интересно. Пятый час стрим идет, пиздец. Так что давайте, всем удачки, хорошего вечера, спокойной ночи, кто идет спать.